Всем здорово, с вами Сергей Пушков. Я продолжаю проходить игру, которая называется «Звездные войны джедаи. Павший орден». В прошлой сети мы с вами потеряли друга Прауфа. Нас раскрыли, и мы теперь тут на поездах скачем, машем лазером. Нет, не лазером, какой лазер? Световой меч вообще-то. Это, конечно, у нас тут, вот видите, фирма «Световой меч». Вот, так что вот тут за нами прилетели повстанцы, но они, как всегда, нас не спасли, и теперь мы должны до них добраться. Продолжаем. В прошлом видео... Ай, ты куда, дурачок? Не, ну это что опять было? Опять я на букву Е не успел нажать, я уже забыл, как это делается. В прошлой серии чуть-чуть подвисало, это я заметил, но, друзья, вот такая жизнь, такая жизнь. Ну, не так еще критически подвисал, как во всех других остальных еще у меня раньше было играх. Так что я предлагаю, все будет хорошо. Будем с вами продолжать прохождение. Тем более, моя программа записи это хоть чуть-чуть сглаживает. Ну, не будем о плохом. Продолжаем. Просто я все вижу прекрасно. Я не знаю, у меня как-то опять она начинается проблема, то, что на записи все чуть-чуть подвисает. Вот я сейчас спокойно тут... Опа! Я тебя контратаковал, и я тебя тоже. Опа! О, тихо-тихо, это кто тут у нас сбоку? Сбоку ты еще самый умный? И раз! А, я вот так могу, я даже могу вот так. Опа! Так, а ты там самый умный, да? Ну давай. А ты самый умный тоже? Ой, да, он поумнее, он еще пострелял. Так. Опа! Тихо! Удерживай! Тихо! Все, я научился отбивать, все, я просто научился, я мастер уже. Тоже джедай мастер. Так, кто здесь? Кто еще? По-моему, это все те же. Поезд встал? Поезд встал. Так, поезд встал, я не могу понять, мне уже на следующую колю? А ты куда рванул? Мне уже что, уже на другой поезд взбираться, я так не понял. Так. Сокол, сокол тысячелетия, я только сейчас понял, это сокол тысячелетия. А нет. Это не к добру. Ой, ясно, галлюцинации. Тихо. Так. Галлюцинации у меня, конечно, явно сработали. Видел синюю подсветку на ободке. Сразу же сокол тысячелетия, прямо закричал, как фанатный бой. Так, вот тут сейчас прыжок вверх иду. Прыгай! Прыгаю! Держись! Ты можешь меня спасти, некритянка повстанка? В 80-х таких не было. О, опять падать. Может силу использовать? И получил по голове. А, дроид, по-моему, не справляется с весом нашего главного героя. Так, дроид, не скинь меня. О! Опа, кораблик, по-моему, вот сейчас к нам подходит. Или это вторая сестра? Вторая сестра, босс файт. Босс файт во второй серии. Куда собрал? Не твое дело, поняла тут меня? Не твое дело. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. А ты что думаешь, я рядовой какой-то? Кто я уже... Подава. А я тебе не скажу. Я его убила. Ха, то ты лжешь. Кто пожертвовал собой, чтобы ты вышел? Мусорщик прав. Так, ты тут чё? Ого, вот это реально босс-файт какой-то. Это, смотрите на её этот линию здоровья. Опа! Ты чего? Лови. Лови приколюху. Зет. Получай. Я тебя уничтожу. Я тебя уничтожу, поняла? Я тут мастер подаван. Зе. Не испытывай мое терпение. Да ты можешь на правую кнопку уклоняться, дурачок? Не уклоняться, а парировать. А, красные атаки невозможно блокировать. Так, мне бы. А что ты сделаешь против моего замедления? Стой! Я тебя уработаю. Ай, она мое умедление просто потратила. Получай. Тихо, тихо. Так, вот это у нее красные атаки. Красные атаки не к добру. От следующего удара не уйдешь. Тихо. Уйду. Ты чё, думаешь, я не боевой? Такова цена за твою самонадеянность. Ой, у меня хп упало резко. Это тебе Dark Souls. Это уже Dark Souls. Uncharted. Dark Souls.
Тихо. Я ж там в Dark Souls не играл ни в одну часть. Стоямба. Приколяба. Так. Получай. Это что? Получи. Тихо, я ему держу. Бью по мыши. Бью по мыши. Один. Бью по мыши. Опа. Босс файт закончился, да? Давай на борт! Да быстрее, дурачок, быстрее. Беги, дурак. Беги. Да все, это мы босс файт уже в следующей серии. Чё ты тут мне своим лазером машешь, коза? По-моему, сейчас её не станет. Улетайте, повстанцы! Во-во-во-во, тихо, ну всё. Повезло, я думал, насквозь пройдёт. Да лазер выключи, дурак, сейчас корабль пробьёшь. Ого! Ты куда силу используешь? Тебя сейчас саму сожрёт. Ты чего? А, ну все. Повстанка-негритянка взяла, уделала босса, как бы. А для чего игра? Лазер выключи, дурачок, корабль порежешь. Так, гаси эту штуку. И садись. Правильно, гаси ее. Да гаси. Наконец-то. Спасибо. Так, послание от принцессы Леи будет. Кто вы такие? Повстанцы, не догадался. Я сэра Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Грис Дритус. Да, богомол мой корабль. А я Он этот... заправляет тут всем эта леди. Сергей Пушков Дритус. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Вторая сестра. Инквизитор. А инквизитор? С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты. Ну, и ничего страшного. Пока ты не умрешь. Тоже откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? А, точно, ну, мы же на Бракке были. Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Да. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. Ну, и в этом тоже есть, да, правда. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Не, ну это ты, конечно, себя возомнила. Вот это ты сейчас дала приколюху. Я думал, мы сейчас будем повстанцам помогать. А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет джедаев? Люк Скайуокер еще жив их в этой... Нет. Да. Ну, совет за джедаев реально, там мы с Винду того, то Йода того. Я. Ну, смотри, один джедай это лучше, чем ноль джедаев. Капитан... Берем курс на Богана. Окей, таких планет не знаю во вселенной Звездных войн Боган. А пока что... Посиди, отдохни. О, вот я сценарий писал, да-да, я. Не бойся. Вот только что я вот сейчас стружку это я написал. Пока? В смысле пока? Мы тут в 5 метрах находимся, какой пока? Главное сказать пока. Чего сказал? До свидания. У тебя еще будет другая жизнь. А, ему теперь в кошмарах снится. Ну, понятно, да. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. А, ну это все. Чудик. Чудик. Это кто еще тут чудик? Ты себя видел? Ну, конечно, у тебя униформа та еще. Главное, этот сорвал нашивки, типа, все, а я не империя, а я тут король. Давайте походим, поизучаем, но Е открывается, нет, на Е не открывается. Так, тут у нас и на кафешечка, тут у нас и на какая-то, что это такое? Это типа трава или еда? Что это такое? Я не знаю, цветочечки. Е взаимодействие. О! Сейчас тут у нас будет караоке на кораблике. Давай играть на межзвездной бандуре. На балалайчике, давай, зажжем. Не надо нажимать на клавиши, или ты сам? О, дернул одну струну, а уже мелодия пошла.
Жил-был джедай, у него был друг Прауф. Это песня. Это моя собственная. В смысле, это сочинила я. Сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Не понял, это сейчас не мы сыграли. Откуда это ты знаешь? Просто так инструмент помнит, вот это да. Я была джедаем. А в смысле но была? Но это в прошлом. Это как так? А в смысле была? Бывших джедаев нет. Не бывает. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Не, ну Джара Топала знает настоящий все. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Да. Кое-что произошло со мной во время истребления. Это тебя истребляли, да? Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И это главное, кстати. И ты не один. Да. Это в прошлом. С тобой есть цели недоделанные. И Грис Дритус. Абздритус. Главное, чтобы реально он не обдристанулся. Ну, это я в прямом смысле говорю. Вот так вот, да. О, вот это спецэффекты. Богана. Конечно, кораблик у нас не сокол тысячелетия, но и не драндулет одноместный. Мы на Богана. Это замечательно. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя так не знает о его существовании? Нет. По-моему, сейчас за вами проследили, ну, и уже Империя все знает. Каков план? Мы тут спрячемся? Нет, мы тут выращиваем Хватит картошку. Хватит нам прятаться, Кэл. Картошка. Видишь сооружение? Это главная ферма Полагаю, картошки. Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. То есть на меня сейчас стоит куча ловушек. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Я не могу понять, Знаю, бывших джедаев не бывает. Мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Если у нас босс, Сообщу это вторая детали, сестра. Когда идешь до хранилища. Ну... А сейчас... Ну, баранки, ну. Иди познакомься кое с кем. Люк да прибудет Скайуокер. С тобой сила. Не, ну если будет Люк Скайуокер, то это будет круто. Хотя, что он тут делает? Не по сюжету. Потрогал траву, трава мокрая? Не, ну если трава мокрая, то можно идти как бы. Так, что? Ноль. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже навыков. Есть джедай, зачем же я, Цере? А можно потратить очко навыков? Подожди, дай очко навыков. Это в эскейпе, вот я видел. Персонализация. Разборщик, жилет. Ну, я не знаю, но это просто накрытка. Давайте лучше будем накрытыми. Во. Хотя нет, ну это как-то не по сюжету. Ладно, давайте мы будем в жилет. Богомол. Стандарт. Опа, видите, а вот это мой премиум контент. Это все, это мой премиум контент. И кораблик красный, все, видите, я теперь премиальный блондин на всю страну. Такой один. А премиум одежды мне чего не дали? Я что, за делюкс версию переплатил? Ладно. А это что там за какой-то, не знаю, портал в ад из мира Майнкрафта? Тут схватишься? Безопасно медитировать. Безопасно медитировать. Нужно Ладно. Сосредоточиться. Добрый день. И хочешь медитировать? А зачем медитировать? Зачем медитировать? У нас, по-моему, медитировать. Я Геральт или кто? Тут, по-моему, объединен ведь... Точка сохранения расположена на всем пути Кэл. Не забывайте взаимодействовать с ними, чтобы сохранить... А, в точке сохранения Кэл может отдохнуть, также приобрести в обмен на навыки, в обмен на очки навыков. У вас достаточно очков для изучения новых навыков. Ну, конечно. Откройте древо навыков. Используйте очко навыка для удара сверху. Открывает мощный удар, смертельный для слабых врагов. Изучить. Ого. Вот это да. А как его делать? На F. На F надо его делать. Подожди, тут у нас увеличит максимальный запас силы. Увеличит максимальный запас здоровья.
По-моему, подожди, если это так, то это мы должны через этот навык пройти. Удерживать замедление позволяет на более длительное время. Совершать рывок вперед и атакует цель, кстати, хорошая. Это как? Улучшает защитные навыки. Вот тут я понял у нас... А, вот, выживание, световой меч, сила. Все. Понял, принял, обработал, сохранить игру можно, отдохнуть. Здоровье и сила восстановили, враги возродились. Вот, а вот это внезапно. Это кто? Кто мне тут в паузе врагов возрождает? Поотдыхал? А к тебе уже кто сюда пришел? Би-би-би-би-би. Эй, BD1. Я Кэл. Я в норме, так. Вот это ты понимаешь, вот эту речь. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, о, он его знает. Ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Давай, все, пошли. Ты что, взломал ее? Спасибо. Да в смысле взломал? Он вообще-то хозяин этой планеты, наверное. А, вот это листва, я понял. Он хозяин этой... Ты куда отпрыгнул, дурачок? Он вообще-то хозяин этой планеты. Куда? Я не мог понять, он вверх не может, что ли, залезть? И как? Может мне влево пойти? Давайте влево. Да, влево надо идти, а я тут скачу на камнях. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Я не знаю, кто там мог сохраниться, кто очень старый. Новая задача отмечена на галокарте. Добраться до хранилища. Вот это 3D. Нет, уже 5D. Текущую задачу можно всегда посмотреть на голокарте BD1. Против экспериментировать с настройками голокарты. ВСД переместить. Так, вот тут мы и были, потом мы вот тут прошли. Кстати, карта хорошая. Масштаб. О, масштаб вот так вот. И повернуть вот так вот. По-моему, я все сделал. Вот это приблизил указ местонахождения неисследованных путей и важных объектов. Неисследован. И что дальше? Закройте голокарту, когда готовы продолжить. Так, мы идем вперед, потому что девочки налево, мальчики вперед. Тихо. Тут нормально. Прыгай. Да в смысле ты тут не можешь допрыгнуть? Есть идея. Надо как-то преодолеть это пространство. А вот БД-1 твой, уже видно, твой друг местный. Патросу? Все знает, патросу. Бип-бип-бип-бип. Так, главное, за него хватайся. Вау, вот это технологии. Ты знал, что это сработает? Не, ну после этого, конечно, надо сохраниться. Очко навыков мы не получили случайно. Отдохнуть. Ну я не знаю, какие тут враги могли возродиться, кроме самого этого Биби. Ну, БД-1. БД-1. О, это можно монтажик сделать. БД-1. Открывай. Тут дверь закрыта, а с другой стороны. Давай вот так делаем. Нет, нельзя. Ладно, гаси. Что на карте? БД-1. В смысле? Я хочу карту посмотреть, какой БД-1 занят. Поскакали. Осторожнее там. Что это за мир? Мир паркура. Тут прямо как на свалке. А ты можешь так просто повиснуть? Опа, а вот уже... Ты чё моего би-би-би пожахаешь? Я иду! Да ты спускайся, дурачок. Эф. Вот это я промахнулся. Да ладно, я его просто так сжал. Вот это у него волосы развиваются. А, вот это ты тут... Что ты тут? Вот и все. Вау, вот это технология... Не, я... Сколько раз я уже сказал, вот это технология. Так. Ну, по-моему, на единицу можно, да, нажать? Давай нажмем. Опа. Эй, да ты храбрец. Да. Как ты? Ножку поранил. Эй. Капец. Могу помочь. Что скажешь? Да, он, кстати, мусорщик-инженер. Оп. Ладно. Как ребенок, как ББ. Это как ББ из Death Stranding. Выйдет летом 2020-го, сыграем в нее, конечно же. Щуп слегка поврежден, но... Я поставлю тебя на ноги. Вот это у него... Не, давайте я еще расскажу. Вот это технологии. Потом все, потом... Ну, читайте в комментариях, сколько так. Я уже рассказал. Давай. Вот это технологии. Все, работаешь, проецируешь меня. Бо-би-бип. Вот как? И я в хранилище иду. Ну, вау, что ж, би-би-трил. Надо как-то отсюда выбраться.
на единицу нажимаешь и все. Подожди, персонализировать световой меч, да это вообще, вот это технологии. Так, цвет синий, не хочу синий. Хочу зеленый. Знаете почему? Потому что Григон Джин, Йода, они были магистрами. Они все знали. Эмиттер. Эмиттер ничего. Эмиттер у нас чисто от Джара Топала. Переключатель тоже от Джара Топала. Муфта от Джара Топала. Материал легированный металл. В общем, только я цвет могу поменять. Включить интерфейс. А. Ну, выбрать, да. Выбрать зеленый. Потому что, знаете, все магистры... О, вот это мощь. Все магистры используют как бы зеленый. Оби-Ван синий использовал. Люк Скайво... Не, не Люк, этот Энакин, который Дарт Вейдер, он тоже синий использовал. До добра это его не довело. Вот это что за мина? Ладно, персонализируй световой меч. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я так. Выберусь отсюда. Опа, зато можем тут пролезть. Тесно, но попробуем. Подубить. А удержите, чтобы посветить окружение. Вот, вот это технологии. Вот это сервер работает. А вот я смотрю. Эти лианы куда-то ведут. Поехали. Надеюсь, выдержат. А ты чего упал? Я же тебя на Е нажимаю. Так. Полезли, полезли. Сейчас, по-моему, скример будет. Ну, заскакивай. Можешь заскакивать на вот это? Ай, дурак. Я понял. Так. Нам нужно вправо. Видно, тут только лианы могут работать. Это что сейчас было? Ты себя видел? Кэл, ты, по-моему, уже растерял схватку, не начавший ее зарабатывать. Смотри еще раз. И хопа. О, нормально. Так. Опа. Так, что тут у нас есть? Пасхалочки какие-то? Не, нету. Тогда разрубим. Ой, тебя шахнуло. Это сейчас скример был. Да. Бибип, поднимай меня. Я его буду назвать Бибип. Он не BD1, потому что BD1 на этого обидно. Исцелитесь на Q. Таблеточка. Это что, Steam? Ты полон сюрпризов. Это что, Steam? Знаешь, когда засунули игру в Steam, игра такая. Это что, Steam? Хороший дроид. Да, это что, Steam? Это да. Так. Вторая попытка. Не могли разработчики привести? Это что, пар? Залетишь на сторону? Так, разбирайся. О, ну это уже Star Wars Battlefront 2, это ясно. Это, конечно, наша командирша. BD-1. И как ты здесь очутился? BD-1 исцеляет килл с помощью этих не контейнеров Steam. Мне не встречались забывчивые. Банк данных. Приключение начинается. Глава 1. Кэл Кэстис, бывший джедай-падаван, прятался на браке с момента вступления в силу приказа 66. Он присоединился к команде разборщиков и долгие годы вел неприметную жизнь, пока не раскрыл себя. Кэл использовал силу, чтобы не дать своему другу Прауфу погибнуть. Это послужило причиной нападения второй и девятой сестры. А, вот махина кожаная с четырьмя ногами и руками, это девятая сестра? Ну, да. На то она девятая. Кэлла спасли две загадочные личности, Церя Джанта и Грис Дритус. Теперь они оказались на далекой планете Богана, где им предстоит раскрыть тайны древнего хранилища. Дроиды, не повторишь. Вы тут спорите на своем татарском, а я вот не понимаю. Теперь вы можете воспользоваться картой в любой момент. Это что такое? А можно мне сказать, что это? Вот это что? Что это вот это? Заблокировано. Точка сохранения. О, заблокировано. Сейчас мы все разблокируем. Ну вот, к примеру, перерезан. Открыт короткий путь. Вот это технологии. Этот ящик что? О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Вот это у тебя сборщик. Ты нашел что-нибудь, BD-1? Получен новый эмиттер Эна Кордова. Все можете детали меняли. Да, давайте поменяем детали. Спускаемся. Так. Побежали. Мне кажется, с Джара Топалом уже ходить не модно. Эмиттер. Подожди. Ну да, такой, а вот такой вообще, по-моему, модный. Подожди, а чё у него рукоятка грязная? Это от Эна Кордовы? А нет, это эмиттер. Ну все, ну да, от Джара Топала, наверное, муфта перепала.
Ну да. Ну все, теперь мы реально модные. О, вот это уже. Вот это мне нравится. Класс. Побежали. Так. Теперь быстренько по короткому пути себя. Вау. Перерезать не надо, не надо. Ну все тогда. Это полезли наверх. Так, по-моему, мы сейчас уже у хранилища окажемся. А, нам да. Нужно вон туда. Я чувствую. Прогрузились текстурки, чуть просело. Не может, что это? Что это такое? Все в порядке, друг. Он умер? Он жив? Дружище? Он спину почесал и что-то с ним случилось. Жалко его. Прыжок. Этот дурак. Я не могу понять, мне надо на Е нажимать. Тихо, этот залез. Е. А, надо прыжок и Е. Вот это да. Богана, великий раздел. Вугу. Вугу. Снова сканируешь? Ну, сканирую, конечно, пускай сканирует. Ты отметил все места, где мы были? Некоторые пути будут недоступны, пока Кэл не обретет необходимые способности. Переключать уровни, чтобы посмотреть разные области карты. А, ну я понял. Вперед нам никак, нам надо через назад. Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Так, 19% исследовано, 1 из 16 ящиков, 0 из 6 каких-то звезд. Вот эти миры, вот эти паркурные, они мне... Ой, опять вот этот. Можно его? Ну, ладно, можно и так сделать. Сканирую. Ладно, я гляну. Так. Руководство по тактике Боград. Боград, наверное, Боград. Перед атакой взрывается под землю, чтобы сбить противника с толку. Их удар легко парировать, но не дайте себя окружить. Жаков распространен вредители хищник, который питается мелкими зверьками наподобие богликов. Ну, на этой, наверное, планете все тут на бок начинаются. Из-за слабого зрения Боград является легкой добычей для своего природного врага Огдо. Внезапно, он не Богда, он Огда. Боград часто нападают в стаи и в целом предпочитают действовать в условиях численного превосходства. При опасности они взрываются под землю, чтобы потом внезапно атаковать ничего не подозревающую жертву. Толст такой же отчасти защищает их даже от удара световым мечом. Ну, это последнее предложение, проверено. Вижу еще один сундучок. Открывай. Ройся. Куда же ты? Куда же ты? А тут не знаешь. Это что-то полезное? Получен новый материал понча. Понча, рассвет Богана. У БД-1 тоже есть скины. И багрянец при... Ну все, мы с вами премиум. Контент премиум, говорит. Сможете сменить понча в меню паузы. Такое понча мне, кстати, нравится. Хорошая, светлая, постиранная. Не то, что жилетка. А тут короткий путь. Капец, куда нам надо? Ай, вот это, ну, в текстурке, это голая карта. А, мне надо... А вот тут можно помедитировать. Давайте. Давайте помедитируем. Так. Отдых. Отдых восстановит здоровье и силу. Для сохранения прогресса отдых не требуется. Если вы отдохнете, враги появятся снова. Давайте зайдем в древо навыков. Я предлагаю вот эту серию заканчивать. Мы тут с вами с BD1 познакомились. Вот. Ну и как бы идем дальше. Получили новые пончи, новый материал. Будем с вами продолжать в следующей серии. Ну а мы на этом будем с вами заканчивать. С вами был Сергей Пушутков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также вступайте во все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор. Будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.